Простой десерт без выпечки на основе молока. Готовится быстро, получается вкусно. В кастрюлю кладем сливочное масло и ставим на огонь. Растапливаем сливочное масло. Добавляем муку и перемешиваем. Добавляем молоко. Добавляем ванилин или ванильный сахар. Сахар. Перемешиваем и варим до загустения. Крем готов. Разливаем по формам. В ковш засыпаем сахар и ставим на огонь. В карамель добавляем воду или наливаем и перемешиваем. Крахмал заливаем водой и перемешиваем. Добавляем карамель. Варим до загустения. Наша карамель готова. Убираем с огня. Заливаем формы. Thank you.
отправляем в холодильник на несколько часов. Вот такой вкусный и нежный десерт у нас получился. Желаю всем приятного аппетита и до новых встреч!